Во время прогулки она увидела бездомную собаку, которую просто не смогла оставить на произвол судьбы. Женщина решила забрать ее к себе домой. Щеночка она назвала Тану. Со временем спасительница начала замечать, что Тану не очень похож на собаку, замечаете кое-что странное. Да, этот песик больше похож на енота. Но все оказалось гораздо сложнее. Это и не пес, и не енот. Хозяйка выяснила, что она подобрала с улицы японскую енотовидную собаку, Тануки. Она даже может лазать по деревьям. Это животное настолько уникально, что помимо него только еще один зверь обладает похожими умениями, арктическая серая лиса. Как вам Тану? Он действительно очень похож на енота. Тануки широко известны в японском фольклоре. Там они успели прославиться как озорные, доверчивые и веселые зверьки. Если вам кажется, что этому животному лучше жить на природе, то вы ошибаетесь. Герой этой истории действительно любит свой новый дом, Ах да, ходить к соседям в гости он тоже не забывает. Если копнуть глубже, то следует отметить, что тануки не являются домашними животными, поэтому со временем могут возникнуть проблемы по поводу проживания тану в доме с хозяйкой. Как и еноты, тануки могут грешить воровством у соседей, что тоже может стать определенной проблемой. Но не будем о грустном. Тану правда настоящий красавчик. Видно, что он доволен своей новой жизнью. Надеемся, что их любви с хозяйкой никто не помешает. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.